Активная молодежь со всей России объединилась, чтобы обсудить темы, необходимые для личностного развития, развития своего высшего учебного заведения и всей страны. В зале попечительского совета Казанского университета состоялось пленарное заседание 11-й студенческой конференции «Точка зрения». Уже были подняты в рамках пленарного заседания те острые проблемы, которые на сегодняшний день стоят. Это, соответственно, вовлечение большего количества молодежи, студентов в рамках деятельности студенческих объединений, в рамках организации воспитательной работы. Остро стоит вопрос именно информационной работы. Ежегодно на конференции рассматриваются различные актуальные вопросы, которые касаются повышения качества образования и развития университета в целом. В рамках конференции этого года рассматривается главная тема – система организации деятельности органов студенческого самоуправления и воспитательной работы вуза. Участники приехали из различных городов России. Конференция интересна тем, что мы будем рассказывать о самоуправлении студенческих направлений, то есть я сам в этой сфере, и эта сфера для меня ближе, и хотелось бы как поделиться, также взять опыт у других университетов. Я буду рассказывать о нашей организации, чем мы занимаемся, с чем мы сталкивались, как мы решали эти вопросы. Участников конференции ждет работа по секции, мастер-классы, дискуссионные и презентационные площадки. А 6 апреля состоится закрытие конференции. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.